Я давно знакома с Екатериной Дебровой, с президентом корпорации «Рана», с руководителем клиник. И хочу поблагодарить ее, конечно, за, во-первых, то дело, которое она делает. Мне кажется, сегодня очень важный показатель клиники – это персональное отношение к клиенту, когда создается индивидуальная программа. Для меня, конечно, как для человека, который постоянно в командировках, в разъездах, очень сложный, напряженный график, это невероятно важно. Клиника «Рана» – это, конечно, потрясающие новейшие технологии. Иногда просто я удивляюсь, откуда столько знаний именно в таких новейших разработках, в новейших медикаментах, в новейших программах. Когда мне предложили пройти ЛНК-терапию, а это японские биоплацентарные технологии, я немножко была, конечно, взволнована, но я понимала, что результат должен превзойти все ожидания. Так и получилось. Как человек открытый для всего нового, меня невероятно радует, что именно здесь можно найти самые последние разработки, которые дарят молодость и здоровье. Я очень рада, что в моей жизни появился такой надежный, прекрасный друг.